Хабаровском крае работает китайская делегация, которую возглавляет секретарь комитета Коммунистической партии КНР провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь. В ходе встречи с губернатором Михаилом Дегтяревым стороны обсудили сотрудничество соседних территорий. Одним из основных вопросов стало совместное освоение и развитие острова Большой Уссурийский. Подробности далее. Создание автомобильного пункта пропуска на Большом Уссурийском позволит вывести сотрудничество между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян на новый уровень. Весной на российской стороне острова начнется строительство подъездной автомобильной дороги. В октябре между Россией и КНР была достигнута принципиальная договоренность об изменении классификации пункта пропуска с пассажирского на грузопассажирский. Предлагаем актуализировать данные по планируемой пропускной способности и по номенклатуре грузов, учитывая, что они последний раз актуализировались в 2021 году. И за это время наши предприятия значительно нарастили производство. Секретарь комитета Компартии КНР провинции Хэйлунцзян также выразил готовность работать в этом направлении и прилагать усилия для развития острова в качестве зоны свободной торговли. Мы надеемся, что на Большой Уссурийский можно распространить условия льготной политики, чтобы жители наших регионов смогли покупать беспошлинные товары. Также стороны затронули развитие инфраструктуры действующих пунктов пропуска, обсудили необходимость наращивать образовательные, гуманитарные и туристические обмены, а также восстановление авиасообщения с Фуюанем. Ольга Горбунова, телеканал «Губерния».